ты сегодня, что читаешь и сколько читаешь? Всем привет, ну, сегодня я зачитаю пару треков, которые вышли за этот год, микстейповые, потом пару треков, которые должны были выйти на альбоме, но я их раньше выпустил, ну, как бы, все, да. Твои отношения к новой школе, к этому мероприятию, к посылу, к моде, к одежде, вообще все? Я скажу так, всегда любил черную одежду и всегда любил дипсет, а дипсет — это очень старая штуковина, которая уже давно как бы играет. Ну и сейчас вот народ сейчас приходит к синтетическому звуку, это круто. Ура, наконец-то. Что от тебя ждать новенького, свеженького? Ну, весной альбом, вот сейчас записываю, работаю, весной альбом будет. Все по новой, да? Да-да-да, все по новой. Что еще, какой посыл хотел бы донести до читателя, слушателя и того, кто смотрит это видео? Да ничего, следите за новостями, слушайте правильную музыку. Читайте Rhyme Magazine, скоро будет даже распечатанном варианте, вы сможете купить и пролистать его, сидя дома, не у компьютера. В этом фишка журнала. Пока побудем так.